приехали на час. Привет! Бонжур! Это на русском, французском и английском. У каждого народа свои правила приветствия. Российские нашему спортивному корреспонденту Сергею Кизоркину еще в детстве привил отец. Первое правило – в бане за руку не здороваться. Представляете, очередь, например, 50 человек, и, можно сказать, все знакомые. Ну, с каждым не будешь здороваться. Отец всегда говорил, подходишь к очереди, видишь мужичков и говоришь, здорово, мужички, там, с легким паром. У мужчин и женщин приветственные действия тоже отличаются. Примером галантности может служить поцелуй руки. Молодые люди зачастую не просто жмут друг другу руки, а придумывают изысканные формы рукопожатий. Девочки вообще обходятся без рук. У мужчин принято здороваться за руку, а мы при встрече с девочками обычно обнимаемся или целуемся. В зависимости от того, насколько близко дружим. В некоторых странах приветствия не просто необычны, иные не соответствуют правилам приличия в европейских цивилизациях. В кенийских племенах из большого уважения плюют друг в друга, а аборигены Новой Зеландии угрожающе кричат и топают ногами. А вот загадочные тибетцы, чтобы поздороваться, головной убор снимают правой рукой, а левую закладывают за ухо и при этом высовывают язык. Странно, не правда ли? Марианна Мирная, Алексей Золотенков, Сергей Баскин. События.